Павн, мечта, братик. Есть там типа? Да, есть. Смотрят на нас. Вон, все, все, куда ж ты? Вижу, вижу. Я дал смол. А, ты два дал. Понеслась. Тупо ноль попаданий. Ноль. Сейчас мы постреляем, попытаемся попасть. Да? Жду. Жду тоже. В режиме ожидания. Тактического ожидания. Да, 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 да. Они тоже в режиме ожидания. А. Да. Ага. Пускай ожидают. Шака слева, типа, и аж здесь, аж здесь. Watch out. Угу. Вижу. Я не вижу. Сейчас будет вот здесь, походу. Да, он. Так ты задолбал подрез. ПТР. Там один бежал? Он, да. Где он там дотечет, я хз. Тоже хз. И тишина. И тишина, да, такая. А вон типы! Вижу. А, ага, спалили они нас. Они сразу нас спалили, Жека. Они контролировали, да, 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 голову. О, Павик. Хорошо попал или нет? Не. По мне хорошо. Там АМР. Слева, брат, слева, 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 аккуратно под горой. С пулемета. Ее нет. Тогда денег на МКшку не хватило. А твой недотек? Не. Ого. А этот пикает слева, видишь? Да, вижу, сейчас я его и буду закрывать. Лучший. Ой-ой-ой, больно дал. Все, два нока, пошли. Там один без каски вообще. Это водохавал. Ага. Нормально так подкрутилось. О! Там еще файт. Да? Тут дымы. А вот, они вот. За домом. Брат, он дальше. За забором. Лучший. И по нему еще работали. Аккуратно назад бэкаю. Куда? За гору. Давай на гору. Да, 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 да. Байчу. Погоди, что-то их там мало, ну я одного, ты одного, а там же их. Ты еще. А, троих. Они, походу, кого-то еще закрыли. Там еще штипы есть, правильно? Угу. Ну там смоки были какие-то и по ним стреляли. Вроде. У меня 0 киллов. Да что за хрень? Моего дохавали, типа. У меня 2, ну там же ты БТРа еще нокал. БТРа, походу, резнули. Ага, вижу. Вон там пробежал только что. А? Они сейчас пойдут их лутать, мне кажется. Да, я тоже так думаю. Жадность, жадность. Угу. Не, ну типа, ты бы не лутал? Ну. Если бежал в радейку сходу, то не. У меня история сегодня была. Лутал радейку, и меня тип закрыл. У меня было 2 золотых... 2 груды. И 6 слитков в инвентаре. Меня тип закрыл. Забрался? Да. Ну, у меня только 2 груды осталось в тайнике и все. Крысу и так? Это я только пол ратки, да, залутал. Так, возможно, был рекорд. Так в метро ж никто не крысит. В метро, прям там, где длинный выход, понял? Не, я вот имею в виду в режиме метро. Ага, да, да, да. Ну а что? Я как раз на поезде сверху лутал, понял? Он бежит тип. Ага, да, за, да, да. За забором. Мы ж тоже не крысим. До побачення. Enchantress. Это
Энчантры. Ууу, ты смотри на мою хп. Не вижу. Нулевые. У меня осталось чуть-чуть хп. Ну и на ремас я пока подлутаюсь. А я не захилился, ёптель-моптель. Так, а он знал, что мы на горе, видел? Да, он нас контролил. Рюкзак. Да дайте мне наконец МКшку уже. Я тебя возьму после катки, когда тебя нокнут. Ага, спасибо. Ну а тут у типа была МРка, и скорее всего, что она и слетела. А ну. АБМ высшего качества, ну почему АБМ? А какой последний ник был? Enchantress. О, да, вот. Есть, с него кобра слетела. МКшка? Не, броня. С ремнями голимыми. Так, ну погоди, надо же искать. Что за звук? Ёптель-моптель, покажи. Золотой или не? Шо? Я АМР-ку возьму. А что было? АМР-кобра. МК-14 стальной фронт кобра. И Ханнибадгер кобра. Медоед. А стальной фронт МК. А что лучик золотой не светится? Не слышу. А что золотой луч не светится? Так это кобра. Это ж не золото. А, понял. Погоди, я тут... АВМ вышка. Ну, МКшку забрал. АВМ-вышку заберешь? Да не, забирай. Не влазит. Блин. А, 7 моликов. А ты шо? Сейчас секу. Я думал, что золото, Жека. Я думал, что все золотое. Да если бы. Ну все, короче, АВМ будет без завеса. Года выхода еще сколько? А давай чекнем. Может, ракетницу. Под ховал? Конечно. Чекнем ракетницу, давай, давай, давай. Вот тут оружейка в будке, ты чекни в будке. А я в этом. В туалете, да? Да. Там, по идее, всегда она есть. Ну, пожалуйста. Нет. Нет, тоже. Погнали в сторону школы, можем сейчас босса даже вольнуть. С босса, кстати, тоже писали в комментах, что золотой иногда летит. Ну, ого, попробуем. Я бы такой бы, чтобы пару видосов, пару-тройку. Чисто на босса. Чисто на босса. Бостануть? Да, Степан нормально так слетело. Все, ты прикинь, все, еще и... Я фиг его знает, где он взял кобру этот. Кто-то вызвал АХГ. Далеко. Это же на пауэрпланте. А мы, может, и успеем. Бежим? Не, мы сейчас быстренько босса закрываем, и может, туда успеем. 2 минуты, я не думаю, что успеем. Да. Не, мы не успеем туда чисто физически добежать. 600 метров. Ну, 600 метров за 2 минуты изи. 400 метров за минуту. По-моему. Ай-яй-яй-яй. Полная. Жека, хилюсь. Давай. Я иду в сторону пауэрпланта. Я с тобой. Хилюсь еще раз. Давай. А если дамаг наносишь, то чел не улетает, правильно? Да, да, да. То есть, если я сейчас с АМРки по нему попаду... А, 37 сек... Не успеем, а может и успеем. А может они просто фейкуют, типа, чтобы к ним кто-то подбежал? Может. Ух ты, шлем стальной фронт 4 уровня мне достается. Хорошо. Они не успеем, Жек.
Разве что по ним сейчас начнут. И еще 6, чтобы улететь, правильно? Да. Прилетел. Не улетайте, пацаны! Может сейчас один... Это бот, это... Может сейчас один завтыкает? Да не. Думаешь, нет? И пока мы с Жекой бежим к типам и думаем, успеем мы или нет, я скачал бета-тест и посмотрел то, что нам разрабы добавили новый предмет. Пока полного видоса с бета-теста нет, но в скором времени он появится. И новый предмет, ребятки, выглядит у нас вот таким вот образом. Это глыба льда. Стоимости его пока еще нет, но я думаю, что он будет стоить 125 тысяч. Напиши свое мнение в комментах, как думаешь, сколько будет стоить данный предмет. Возможно больше, возможно меньше. А я хочу на бетки зайти и посмотреть, есть ли у нас новые боссы. Если ты уже играл в бета-версию игры, обязательно напиши в комментах, что нового разрабы добавили туда. Я думаю, никто не улетает пока что. Пока что никто не улетает. Может, уже улетели? Думаю, нет. Нет, потому что он на крыше лежит! Ты прикинь? Да, стой. Или да. Ты можешь его вольнуть? Да, гений, просто гений. Где? Вот за этой шнягой. А я не вижу его. Сейчас, он за ней, он только что за нее заполз. Ага. И типа ждет, пока кто-то прилетит. Я тогда закручу его. Погоди, да я сейчас туда смог кину, что он подумает? Я прям на это, на посадочную бросил смог. Он горит? До сих пор за этой шнягой лежит. Не докинул, перекинул вернее. Сейчас должен гореть. Не вижу, чтобы он горел, слышишь? Перекинул. Контроль меня. Почему не могу запр... О. Брат, аккуратно тут. Я пока залезу, он свалит. Куда и тут надо залезать, я хз. Да. Через штырек. Да я по ним... Штырь маленький. Через маленький? Да. А! Все, я в текстурах. Что такое? Почти. Жопой застрял? А не. Не могу запаркуриться, я не знаю, как подниматься на крышу. Короче, я бегу к тебе. А что, ты его не контролишь? Я не знаю, я хочу тебе помочь как-то. Он на крыше уже. Все. Стой, а где его тиммейты? Погоди, давай не будем убивать. Я его к вертолету, Жека. Улетай! Улетай! Да зачем? Стой, стой, стой! Брат, типы, типы. Ёптель-моптель! Жека! Ой-ой-ой-ой, вот это поприкалывались. Блин, Доталова сидел. А, тиммейт года, вот это поприкалывались. Не улетели на вертолете. Так, прикинь, тиммейт. Да, Доталова сидел. Ждал, пока добьют. А дай рюкзачок мой. А ты что, все свое скидывал? Ну я ж ему скидывал, он скидывает мне, я скидываю ему. Я думал, что так, такие правила игры. Законнектились. Да. На ратку? Да, в принципе, можем. Да, Жека, 15-я минута, там типа уже все залутали, самое ценное. Давай сюда, на озеро. У них же есть броня и МКшки. Броня и МКшки? А что у меня? У меня, Жека, кобра и рюкзак. Ну да, у меня тоже почти full инвентарь. Плюс стальной фронт МКха. На выход? Да сейчас посмотрим.
Если типов не встретим, то да. Все, Наримасыч. Ребятки, всем огромнейшее спасибо за просмотр. Евгений, огромнейшее спасибо за каточку. Всем пока, Жек, пока. Виталий. Давай. Пока.